В Первоуральске 3 новых случая заражения коронавирусом. Диагноз подтвержден лабораторно. Общее число заболевших – 75 человек, 13 из которых выздоровели. Впервые число выздоровевших жителей региона превысило количество новых случаев COVID-19. В области за сутки выявлено 207 случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у жителей Первоуральска, Екатеринбурга, Асбеста, Березовского, Богдановича и еще десятка городов. За минувшие сутки из больниц региона выписали 229 человек. В области зарегистрировано еще 2 новых случая смерти от COVID-19.